Брак актеров называли неравным. Кириллу Емельянову едва исполнилось 18, когда он женился на 25-летней Екатерине Директоренко. Несмотря на разницу в возрасте и характерах, влюбленные были счастливы, воспитывали сыновей Степана и Василия. Но в 2017-м пара неожиданно рассталась. Вскоре всплыли подробности претензий бывших супругов друг к другу. Екатерина была недовольна несвоевременной выплатой алиментов, а звезда кадетства негодовала из-за появления у супруги сомнительного ухажера. Директоренко не отрицала, что была обижена на Кирилла, когда произошло расставание. Тем не менее, актриса старалась сдерживать эмоции, обсуждая бывшего возлюбленного со знакомыми и не говорила о нем дурно. Екатерине тяжело дался разрыв с мужем, с которым она прожила несколько лет. Сейчас она вспоминает, что тогда жаждала перемен. Как и многие женщины, после окончания отношений с избранником артистка занялась сменой имиджа и обратилась к парикмахеру. «Честно говоря, я не особо хотела стать блондинкой, но после расставания с мужем мне, как и многим девушкам, хотелось перемен, в том числе и во внешности. Все почему-то начинают с цвета волос. Я сделала то же самое и испортила волосы», — посетовала Екатерина. Раньше у Екатерины Директоренко были длинные волосы натурального оттенка. Фото Инстаграм у актрисы всегда была роскошная шевелюра, длинные локоны спускались до пояса. В детстве волосы звезды сериалов слегка завивались, а после родов стали плотными и прямыми. Директоренко редко подкрашивала кончики, отдавая предпочтение натуральным оттенкам. «И вот я их покрасила. Случайно оказалась в салоне у незнакомого мастера. Она что-то напутала, покрасила корни не в светлый, а в оранжевый, а длину вообще в непонятный оттенок. Мне делали смывку цвета, потом наносили другую краску. В общем, после этого мои волосы сказали: извини, но мы уходим», — отметила Екатерина. Екатерина Директоренко пытается восстановить волосы в салоне. Фото Инстаграм. После экспериментов Директоренко настолько сожгла волосы краской, что до сих пор не может восстановить их, хотя постоянно посещает личного стилиста. «Возвращаю натуральный цвет, отращиваю основную длину. Конечно, пришлось отрезать», — негодует актриса. Сейчас Екатерина относится к разводу как к закономерности, отмечая, что отношения между ней и Емельяновым всегда были бурными и не могли длиться вечно. Актриса начала новую жизнь и редко вспоминает об обидах на бывшего мужа, о чем сообщила в интервью изданию «7 дней». Класс-пост 635 416 подписчиков.